В арктической части Якутии найдено мамонтовое копье. Находка представляет из себя наконечник копья или дротика с двусторонними пазами из бивня мамонта. Изделие было найдено в 2016 году в тундровой зоне бассейна реки Сеалах при размыве костей скелета взрослого мамонта. Вопрос о датировке пока остается открытым. Предварительно это времена верхнего палеолита. Длина орудия составляет 36,5 сантиметров. Копье очень хорошо сохранилось. Поверхность имеет сплошную полировку. Одна плоскость является естественной наружной поверхностью бивня. На это указывают отсутствие среза слоев бивня, как на противоположной стороне. На самом деле это не такие яркие находки, редкие, да, они там, особенно вот наконечники из рога носорога, вот, и это, ну, уникальная находка, собственно говоря, ну, своей, допустим, яркости там или экстраординарности она, конечно, уступает там орнаментированным, допустим, орудием там, наконечникам. Вот. Ну или же, допустим, двухметровым копьем из бивня мамонта там и так далее.